Всем привет, вы на канале Карьер. Сегодня у нас карьера, приложение карьер за Санвиллу. На данный момент у нас такой состав. Будем играть именно так. Ну, примерно. Ну, давайте попробуем новую, выпустим и все. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. А продолжение карьеры за Санвиллу будет на 4 лайка. В последнее время что-то актива нет вообще. То есть 10 просмотров не набирается на последних двух видео. Это очень плохо. И я, честно, огорчен этим. И поэтому снимаю редко видео. Сегодня, наверное, выйдет еще видео. Ну, точно не знаю. У нас Боуэн получает красную, серьезно. Ай. Так, делаем. Проигрываем 2-0 пока что. Можно забить. Ой. Становило, развалилось вообще полностью. Против такого соперника-то играть. Наверное, мы закончим сезон, хотя вряд ли. Но, может быть, закончим. Так, нет. Вот. Я не могу нажать на матч. А, у меня уже красный. Боуэн. Вот, пусть вот так вот. Все. Это финал кубка. И мы должны его отыграть на максимум, потому что Ливерпуль сильный соперник. А в последнее время мы даже Ньюкасл проигрываем. Хотя Ньюкасл в хорошей форме достаточно. Но проигрывать ему с таким счетом мы не должны. Так, выпустить можно. Вот, Луис. Пожалуйста, забивайте. Диаби, давай. Нет, мы проиграли финал, мы проиграем абсолютно все. Мне кажется, мы даже в Лигу Конференции не попадем. Ну, вот так вот. Ну, давайте вот так. Скрайм Диаби очень устал. Но я его заменю, конечно, чтобы подготовиться к следующим матчам. Это 19-й тур, матч с Брайтоном, мы его тоже проигрываем пока что. После первого тайма счет 1-0. Мы даже забить не можем, понимаете? Насколько беспомощная команда наша. Даже не знаю. Как можно усилить команду? Пусть выйдет Диаби, он ничего не сделает. Ну и мы проигрываем. Использую энергетический напиток, который нам, наверное, поможет против... Кто это? Ну, окей, продаем его. Плюс деньги. Сейчас буду заново, по сути, играть с Ливерпулем. Мы проиграли им дважды в Кубке и в АПЛ. Опа, куда вы выбежали? Голкипер нужен какой-нибудь. Все. Матч с Ливерпулем. Решающий матч. Мы проигрываем его. Конечно же, мы его проиграем, потому что Астон Вилла как-то беспомощна. О, нет. Ну и мы проигрываем, конечно, финал. Мы проиграли его счетом 2-0. И 20-й тур. Наконец-то мы забиваем. Впервые в выпуске. Ужасно играет Астон Вилла.
просто ужасно, по-настоящему плохо играет. Сейчас она начала забивать, когда уже не, вообще ничего нам не поможет. Ну, молодцы, что сказать. 3-0. Но эта победа нам ничего не сделает. 3-1. Они без пропущенного гола не могут. 11 место — это наш максимум, наверное. Ну, есть шансы какие-то там на 9 место. Матч с Лутонтауном, если мы его не выиграем, то, скорее всего, вообще ничего не выиграем больше. Потому что Лутонтаун — команда такая не очень сильная, на самом деле. Она такая новая в АПЛ. Впервые она здесь вроде бы. А, нет, не впервые, а впервые за лет 5, наверное, да? Ну, хотя бы что-то выиграем. Не отклонитесь. Я буду восстановили до конца пока что. Ну, может быть, еще сезончик сыграем. Там в Лиге Конференции. Ну, если, конечно, вы наберете лайки. И если будет хорошее количество просмотров. Нам нужно 3 или 4 лайка. Так, я сколько уже снимаю? 6 минут. В принципе, хорошо, но Crystal Palace нас пока что жестко выигрывает. Ну как так сказать, я не понимаю. Где этот? А вот он. Выпускаю его. Бейли. Не знаю, как правильно произносить его фамилию. Матч с Кристал Пэласом 2-2. И можно было забивать еще, конечно, но на последних минутах главное то, что хотя бы ничья. Хотя бы какие-то очки мы получим. И сейчас мы увидим, сколько мы... вау, сколько... Как прогрессирует вот этот игрок. Магин. Нам это очко вообще никак не сыграло. Ну нет. Хотя, если бы мы проиграли, то, скорее всего, были бы на 11 месте. Скоро можно будет продавать игроков, которые минус уходят. Мартинес, например. Во, Макин 90. Вот так. Ну и играем первый матч после, можно сказать, недельного отдыха. Диаби сбивает Боуэн. Решили мне порадовать. 2-1. Хорошо пока что. Решили мне порадовать. 2-0. Пока, ну, на какой-то момент времени. 3-1. Хорошо. 4-1. Головин, молодец. Неужели начали играть? 9 место. По сути, нам одна победа, и мы можем попасть в Лигу Европы. Да, кто нам опять? Ладно, окей. Зарплату повышаем, чтобы он, может быть, забивать от этого будет. Бёрнли. Сложный соперник для Астон Виллы, потому что, ну, в последнее время мы проигрываем таким командам. Но сейчас выиграем Бёрнли 3-0. Это очень даже хорошо, потому что сейчас мы можем забраться на высшую строчку. И мы это делаем, скорее всего, на 8-ю, 7-ю сразу хорошо. Сколько-то? Ну, давайте последний. Наверное, игра последняя. Или последние две. А если хотите продолжение, опять же, 4 лайка или 3. Ну и просмотров 20 от 20. То есть, давай Диаби ударит. От 20 и, наверное, 5. Ну и тогда будет карьерка. Гол, гол. Забивает Мауса Диаби. Там 2-1. Угу, Фулхэм выигрываем пока что. Вот, поставим Луиза. Мы пропускаем, как поставила Луиза, и ничего играем. Не так уж и плохо, но и нехорошо. Как-то.
Ну, сейчас мы ничего уже не делаем, это победа. Но укрепимся на 7-й строчке. Единственное, то, что мы можем сейчас делать. Ждать осечку, наверное, Челси. Они сейчас играют Манчестер Юнайтед. Надеюсь, Манчестер Юнайтед выиграет. Потому что сложное сейчас положение у нас. Но Челси, конечно же, пока что ведет. У них там ожесточенная борьба. 2-1. Ну, а мы проигрываем следом. И, скорее всего, да, мы проигрываем. И на такой ужасной ноте заканчиваем видео. 8-я строчка. Ну да, конференция. Мы не будем в Лиге Европы. Ой, в Лиге Чемпионов точно. Ну ладно, на этом все. Всем удачи и всем пока.